Привет всем, это Мистер Бист. И сегодня у меня есть для вас самый невероятный конкурс, который вы когда-либо видели. Я ищу лучшего жердяя города. И я готов отдать 1 миллион долларов тому, кто наберет больше всего килограмм за 24 часа. Да, вы правильно слышали. 1 миллион долларов за 24 часа еды. Я знаю, что это звучит безумно, но я готов сделать это. Так что если вы думаете, что вы можете справиться с этим вызовом и стать миллионером, то вам нужно попробовать свои силы здесь и сейчас. Я готов ждать вас, жердяи! Я же капец бедный! Мне нужен этот миллион долларов! Потому что мне вообще ни на что не хватает! Я бы хотел купить этот крутой дом, но у меня нет денег! Я бы хотел купить этот крутой самолет, но у меня нет денег! Я выиграю в этом конкурсе. И выиграю любой ценой! Фух, наконец-то я домой с работы вернулся. Сейчас немножко поем. Вот это у меня живот урчит, конечно. Ладно, сейчас, где-то здесь у меня была куча еды. Не понял. Стоп, холодильники же должны быть пол... Я сейчас ничего не понимаю. А где вся еда? Ты чё? Охренел, что ли, зараза, а? Как вкусно, боже! Лёнь, ты зараза такая! Ты чё не сказал-то? Я бы хоть в магазин зашел. У меня только дошики остались, я не хочу их есть после работы! Я хочу! Лёнь, ну тебе же после них может стать плохо! Да нет, не станет! Вот за это я готов съесть даже слона! За что за это? Ты зачем все жрёшь подряд-то, а? Вот, глянь! 1 миллион долларов за 24 часа еды! Что? И ты думаешь, что ты выиграешь? Я? Ну да. Ты думаешь, что ты выиграешь? Угу. Вот увидишь, что нет, я буду первее. Я же заработаю этот 1 миллион. Я потрачу его на крутой самолет. Нет. На крутую машину. Нет. Я куплю офигенный дом. Столько много идей. Я должен раздобыть кучу еды. Точно, я знаю, что сделать нужно. А, сейчас, секунду. Так, давай. Бери трубку. Алло, Дубкин. Алло, да, Владов. У тебя есть дома еда? Я просто участвую в одном челлендже и... Не, Владов, прости, еды дома нет пока. Я занят. Вкусно. В смысле? Нубкин, ты... Зараза такая. Ладно, я позвоню другому своему другу. Давай, бери трубку. Алло. Да. Алло, Арбузкин, у тебя есть еда? Мне просто нужно... Нет, Владов, еды нету. О, жесть. Ладно, пока я занят. Я должен это все съесть за 24 часа. Что? Что съесть? Ты, зараза такая. Они тоже участвуют в челлендже. Ну, походу, остается лишь один вариант. Обалдеть, тут очередь! Лёнь, ты приколись, они, кажется, все участвуют в челлендже. Не может этого быть, не может этого быть. У нас с тобой нет шансов. Хрен нас два, мы наедимся. Я тоже так думаю, там скорее еда закончится, чем мы наедимся. Лёнь, а может быть... Погоди, Владус, а что если... Да, мне, пожалуйста, 15 бургеров. Вы уверены? Это вам встанет в копеечку. Да, и 15 колы. Следующий. Я следующий. Мне можно, пожалуйста, 25 картошек фри, 79 бургеров и соусы? А мне, пожалуйста, 10 наггетсов. Ой, 100 наггетсов и 100 соусов и 100 кока-кол. У меня есть идея. А что если мы... Заказ принят! За работу! Что если мы что? А? Если мы подойдем к нему, а? Лёнь, ты уверен, что это хорошая идея, а? Конечно, уверен, пойдем. Ну, ё-моё, ну чё ты за человек-то? Хотя ты же не человек. Поставь лайк, если считаешь, что Лёня немножко это странный. Ну, это мягко сказано. Лёнь, странный. Я? Сними ты это с башки. А, стоп, ты чё, хочешь украсть у него бургер? Да, пойдем. О, нет, это хорошим не закончится. Мне удалось купить один бургер. Я стану очень богатым, если пожирнею. Повернулся нафиг. Чё? Это вы чё, мне что ли? Владу, доставай ствол. Ты придурок? Какой ствол? У меня нет ствола. Лёнь. Не надо, стой! Отдавай бургер нафиг.
Лень, а по-другому как-то можно было этот бургер достать, а, или нет? Я просто не понимаю. Ладно, я его, конечно, сейчас... Лень. А где дед? В животе. Я его съел. Лень, ты придурок, понял? Я пойду съем бургер, я не знаю. С этим дебилом точно надо что-то сделать. А мне нужно растолстеть, чтобы стать сверхбогатым и заработать 1 миллион долларов. 10 минут спустя. Ну что, сейчас я на весы встану, проверим, насколько я уже потолстел. А ну-ка... 67 килограмм, так... Я чё, худею, что ли, вместо того, что толстею? Лень, давай ты на весы вставай и... Давай я. Я встану. Давай я. Вставай, только не сломай их. Ё-моё. Чё-то сломались, походу. Да, Лень. Кажется, реально сломались. Вот это я пушинка, нафиг! Лень, я знаю, что нужно сделать, чтобы мне потолстеть. Лень, сейчас я в тубусик схожу по-быстрому! А вот, собственно, и тубусик! Фух, сходил! Я знаю, что нужно сделать! А кто там дверь открыть не может, а? Чё за фигня? У нас тут... Лёнь? Чё такая тяжёлая, блин? Лёнь? А ты чё таким худым стал? Чё? Лёнь, так ты себя видел? Ты тоньше вот этой пшеницы, понимаешь? Всё плохо у тебя. Тебе придётся набирать вес по новой. Да как же так, нафиг? Ну что ж, а мне пора. И у меня появилась гениальная идея. А пока я не ушел, ты поставь лайк и разгадай этот ребус в комментариях. Все, мне пора бежать. Кобяковская. Нет. Что нет? Они не смогут решить этот ребус. Нет. Нет. Лень, да уже этот ребус все решили давным-давно, пока ты тут стоишь, разглагольствуешь. Пойдем давай, я куплю все эти продукты. Я взял с собой ровно 50 тысяч рублей. Я отказываюсь в это верить. Во что ты там верить отказываешься, Лень? Что ты сможешь меня победить? В тебя пукнешь, ты улетишь из магазина. Конечно, я смогу тебя победить, о чем ты думаешь? А ты пробни. Да не буду я пробовать. Здрасте, нам, пожалуйста, весь магазин. Вы тоже участвуете в этом дебильном челлендже? Ну, вообще-то он не дебильный вообще. Лёнь, ну... Чё ты ревёшь? Господи. Да, мы участвуем в этом дебильном челлендже. Короче, я собираю всю еду и намерен потолстеть на 500 килограмм. Сам я дебильный. Я выкупил абсолютно всю еду в этом магазине. Даже включая тортики. Владус, ну чё? Посмотри на себя, Владус. По сути, вкусно. Я уже устал есть эти печеньки, они мне уже осточертели, ты понимаешь? Надо кушать, Владус. Лень, ну ты посмотри, вот что случилось уже, вот, Леня, вот я... Вот, держи. Хватит, Лень, вот он. Еще печеньки, вот, я держи, эти да есть не могу, я кушать, надо быть большим, мы должны выиграть, ай, блин, нет. А до конца моего челленджа осталось 15 минут. Успевай забрать 1 миллион долларов. Чего нафиг? Я должен поторопиться. Срочно. Я съем эту дурацкую планету всю. О нет, кажется, мой друг сошел с ума. Лёнь, ты, может быть, чуть-чуть прекратишь это дело? Господи, он съел все деревья. Мне этого мало. Я съем все остальное. Вот так-то лучше. Обалдеть, Лёнь, у нас с тобой сейчас все шансы. Давай скорее телек поставим, посмотрим. Может, мы уже выиграли, потому что, блин, время заканчивается. Да. Ты чё? Уже бегу! Дебил, что ли? Блин, давай скорее телевизор ставим. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай, включай программу. Где там этот мистер Бист? Что ж, друзья, челлендж закончен, и мы нашли нашего победителя. Привет, друзья. Мне так тяжело. А вот как он добивался этой победы.
Лёнь? Я сейчас взорвусь от переедания. Давай ты сейчас подпишешься на канал, здесь кнопка подписаться. Нажми на нее, посмотри следующее видео. Я пойду на беговую дорожку бегать. Следующий ролик, видимо, как мы худеем за 24 часа. Подписывайся, чтобы не пропустить. Капец.